По поводу работ, проводимых на улице Софийской и улице Маринаска, спуск Маринаска. В настоящее время по улице спуск Маринаска проходит завершающий этап по монтажу газопроводов среднего и низкого давления. Значит, в силу этого у подрядных организаций стоит задача осуществить врезку данного газопровода улицы Софийской и улицы спуск Маринаска, поскольку это единый комплекс. Врезку необходимо подключение его к единой системе газораспределительной города осуществить на углу улица Преображенская, улица Софиевская и выполнить еще ряд регламентированных технологических операций. В силу чего, в частности, по улице Софиевской необходимо будет осуществить ряд приямков с целью того, чтобы технологически еще раз проверить на мощность этих устроенных ранее газопроводов и переподключению абонентов уже физически. Отсекционировать старый газопровод, выдуть оттуда газ, потому что таковы технологические требования по выводу газовода из эксплуатации. Таким образом, хочу попросить прощения за временные неудобства, потому что по улице Софиевской действительно будет раскрыт ряд приямков от 4 до 5. У многих могут возникнуть вопросы, почему это не было сделано ранее. Еще раз повторюсь, данный газовод от улицы Преображенской до улицы Балковской по Софиевской и спуску Маринеска является единым инженерным сооружением, поэтому при работах на Софиевской осуществить данную операцию было технологически неверно и нецелесообразно. А поскольку разрыв во времени по строительно-монтажным работам газовода улицы Софиевской и улицы Маринеска достаточно большой, поэтому, естественно, дорожное покрытие по улице Софиевской было выполнено в финальной части для того, чтобы для удобства общественного, частного транспорта и для жителей города. У многих также может возникнуть вопрос, повлияет ли на стоимость работ по проекту улицы Софиевской выполнение данных работ. Отвечу, нет, не повлияет. Работы по переподключению газопровода по улице Софиевской, Маринеска от Преображенской до улицы Балковской будут проводиться в ближайшие 2 недели.